Не так давно представители творческой интеллигенции опубликовали письмо, в котором обозначили свое негативное отношение к идее принятия закона, который позволил бы россиянам приобретать недвижимость в Абхазии. Подписались под этим обращением 22 человека, 17 из которых сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований. Но руководство научного центра обращает внимание на то, что высказанное учеными мнение не является корпоративной позицией института гуманитарных исследований. Нет, это является инициативой, скажем, участников, ну, когда-то тут проводился круглый стол по вопросам недвижимости, потом группа участников решила донести свое мнение как бы до, ну, до прессы или до обращения, сделала обращение эта группа интеллигенции, в том числе и сотрудники нашего института, сделали обращение. Нет, это, конечно, не было, скажем, инициатива или инициировано, да, руководством нашего института. Ну, наши сотрудники, слава богу, уже достаточно взрослые, самостоятельные люди, которые могут сами озвучивать свою позицию. Конечно, их обеспокоенность где-то понятна, да. Ну, вероятно, всегда найдутся люди, которые имеют здесь экономические и прочие интересы, да, которые, значит, будут заинтересованы в продаже и покупке недвижимости, да, на территории Абхазии. Потому думаю, что, к сожалению, эта тема так легко не закроется.